Полное описание и точно дата выхода второй серии нового сериала «Ваша честь». Вторая серия сериала выйдет на Первом канале 17 мая. В новой серии мы увидим, как к Романову приходит его друг Олег, Эрика Кемалова, угнавшего машину Михаила. Взяли под арест. Романов обещает все уладить и забрать из полиции заявление об угоне, поданное им ранее. Однако следователь по делу об аварии Полякова отказывается закрывать дело. Экспертиза установила, что именно на угнанной машине был сбит Даниил. Полякова считает, что грядет война между двумя криминальными кланами города – Разиными и Кемаловыми. Михаил привлекает к делу Эрика, начинающего адвоката Дину, давно и безответно влюбленную в него молодую женщину. Тем временем в школе Антон при виде полиции впадает в панику, решив, что пришли за ним. С ним случается приступ астмы, справиться с которым Антону помогает школьный психолог Ирина. Напомним, вторая серия сериала выйдет на Первом канале 17 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.